В верхах армянского правительства буйствует неизлечимая болезнь. Это дешевый популизм. То премьер отправляет сына своего воевать в Карабах, то высказываются нелогичные заявления по различным темам военного характера. Сейчас, например, они во всеуслышание говорят о завершении поставок России вооружения по кредитному договору на сумму 200 миллионов долларов. Сумма, конечно, нехилая, внушительная. Интересно, чем они будут покрывать этот долг? Вот это нищая Армения. По большому счету, все это вооружение, поставленное нищей Армении, это, конечно же, металлолом. Необходимо учесть, в каких именно условиях был подписан данный договор. Россия согласилась на этот договор в период, когда Шойгу заявил о перевооружении российской армии на более современной. Естественно, все старое, образно говоря, отпевшее свое вооружение, нужно было куда-то девать. И тут такое предложение. Даже российские эксперты еще в то время говорили, что вооружение, от которого Россия высвобождает свои военные парки, устаревшее. Нужно было найти страны, которые нуждались бы в таком вот старом оружии. И здесь появилась Армения, конечно же. Как мы знаем, что Армения не платежеспособная страна. В армянских СМИ была информация, что имеют место определенные задержки даже в погашении кредита по выше указанному договору на 200 миллионов долларов. Москва всего-навсего избавилась от ржавого металлолома, а Армения оказалась самой подходящей страной, которой можно было его сплавить. Заявление главы армянского оборонного ведомства Давида Танаяна по этому поводу выглядит по меньшей мере смехотворным. Армянский министр, говоря на эту тему, заявил, что это якобы современное модернизированное оружие, которого, и тут самое главное, самое интересное, нет даже на вооружении у России. Заметим, что бюджет азербайджанской армии равен бюджету всей Армении. Азербайджан имеет возможность, богатая страна имеет возможность на свои кровные закупать самое современное вооружение, в отличие от нищей Армении. Естественно, в Армении сейчас рады даже этому старому вооружению. Как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Но это даже априори не может означать якобы подключение Еревана в гонку вооружений с Баку. Где Баку и где Армения, черт побери. В популистских высказываниях армянского вот этого военного руководства нет никакой логики. Как страна-поставщик может вооружать ту или иную страну оружием, которого нет у нее самой еще на вооружении? Тут имеется единственное объяснение. Это оружие, которое не смогло пройти технические испытания и было выведено из вооружения армии. Вот это единственный вывод только. Всего вам доброго, до свидания.